центре Нью-Йорка напротив знаменитой Метрополитен-оперы в эти минуты проходит акция протеста. Нью-йоркцы возмущены постановкой «Смерть Клингхофера», которая посвящена захвату палестинскими террористами круизного лайнера в Средиземном море почти 30 лет назад и убийству гражданина США. Еврейская община посчитала оперу откровенно антисемитской и требует ее отмены. Руководство театра в недоумении. Позиции сторон выслушал мой коллега Евгений Маслов, который присоединяется ко мне сейчас от Метрополитен-опера. Женя, как обстановка на месте сейчас? Да, Валера, предполагается, что митинг против постановки «Смерть Клингхофера» соберет сегодня здесь сотни человек. Вкратце я напомню, что опера описывает реальные события, произошедшие в октябре 1985 года, когда палестинские боевики захватили итальянский круизный лайнер, в течение 2 суток удерживали в заложниках сотни человек. Одного из пассажиров, прикованного к инвалидной коляске 69-летнего жителя Нью-Йорка Леона Клингхофера, они застрелили. Американская еврейская община считает, что опера антисемитская по сути и романтизирует даже терроризм в каком-то смысле. Об этом нам, в частности, в интервью сообщил раввин Ави Вайс, известный нью-йоркский правозащитник. Самое оскорбительное – это глумление над памятью Леона Клингхофера. Это оправдывает его убийство. Мы в нескольких милях от Ground Zero. Представьте себе оперу, которая бы называлась «Смерть жертв 11 сентября», и которая бы объясняла позицию Аль-Каиды и оправдывала их действия. Дочери Леона, Лиза и Эльза, вчера написали, я цитирую, «Эта опера романтизирует и оправдывает убийство их отца. Это посылает сигнал, что можно заниматься терроризмом, и про тебя поставят оперу. Это неприемлемо». Митинг здесь начнется буквально через 2 часа. Сейчас здесь уже собираются люди с плакатами, кто-то даже принес кресло инвалидное, память о убитом Леоне Клингхофере. И это только начало, полиция готовится к акции очень серьезно. Здесь мы видим, дежурят патрульные машины, уже приготовлены заграждения. И мы, разумеется, будем следить за развитием событий. Валера. Спасибо, Женя. Это был мой коллега Евгений Маслов от здания Метрополитен-опера.